Всем привет! Ну вот мы и дождались той жары, когда уже можно загорать по пути на работу. А сможем ли мы принять солнечные ванны в эти выходные, расскажу прямо сейчас. В субботу ожидается переменная облачность. Днем столб термометра покажет плюс 29 градусов, а ночью плюс 16. В воскресенье солнце будет редко показываться из-за облаков. Днем столбик термометра покажет плюс 25 градусов, ночью плюс 17. Ищите сотрудников в свой штат? Начните поиск с сайта «Блокнот Воронеж». Размещайте свои объявления в разделе «Работа». Его увидят тысячи жителей нашего города на сайте и в Telegram. Условия размещения можно уточнить у нашего менеджера прямо сейчас. Телефон в описании.